Тогошні новини Гомельщини у материалах кореспондента у телерадиокомпании «Гомель» у студии Наталі Ігнатенко. Добрый день. Сегодня Гомель принимает удельников заключного этапа Республиканской олимпиады школьников союзной державы «Россия и Беларусь. Историчное и духовное одинство». Все лето интеллектуальные баталии проводятся у 10 раз. Удел у их принимают 34 команды с 23 регионов России и всех областей Беларуси. Первым из официальных мероприемств стала громадянская патриотичная акция ля мемориального комплексу на Аллее Героев. Место обрано не выпадково. Яно еще раз подкресливает, что Россия и Беларусь мают агульную историю и перемогу. 70 годов тому наши народы, змагаючыся разом, здолели побороть фашистскую погрозу. Митинг и ускладание кветок символизуя необходимость заховывать память об минулым и мирное небо для нашчадков. Эта олимпиада, она сближает нашу молодежь. Ребята, участвуя в этих мероприятиях, как раз имеют возможность обмениваться не только своими знаниями, умениями, своими талантами, что есть. Но плюс ко всему, там на этих мероприятиях завязывается дружба между ними. Они начинают общаться, приезжать в гости как в Россию, так и в Беларусь. У этой хвилины проходит пресс-конференция с нагоды початку олимпиады школьников союзной державы. Урочистое открытие отбудется у Гомельским областным культурным центре у 16 годин. Сама конкурсная программа протягнется с 27 по 30 кастрычника. И она предугледживает два обовязковые туры. Это комплексная работа по русской мове и литературе и творчие конкурсы, которые включают риторичное майстерство, лингвистичную викторину и выразное литературное читание. Реализация мытного законодавства в регионе стала главной темой пресс-конференции, якую провело керавництво Гомельской мытни. Подробности в наступном сюжете. С початку года ведомство перелечило амаль 13 триллионов рублей. Это позволило выполнить задание по наполняльности бюджету. А кроме того, по фактах контрабанды и ухиления от мытных платежей узбуджено 25 криминальных справ. Выявлено больше за 500 административных правопорушений. Не сгубляя актуальности и проблема международного наркотрафика. Уголовные дела по контрабанде свидетельствуют об увеличении, назовем это так называемых, разово перемещаемых партий наркотиков через границу. То есть у нас выявление по 1,5 килограмма, 4 с лишним килограмма. То есть вот такие достаточно большие, я назову это, партии наркотических средств. А кроме традиционных направлений работы, сегодня у лику приоритетов спрощение и поскорение процедуры мытного оформления. Головный метод вырашения этой задачи – автоматизация систем декларования. Если в начале этого пути субъекты хозяйства не скептически, возможно, относились к этой ситуации, то на сегодняшний день это бесспорно принимается как ноу-хау в процессе таможенного оформления и контроля. Электронная предварительная информация используется для формирования транзитных деклараций, что позволяет перевозчикам экономить время и не заниматься формированием этих деклараций непосредственно в пунктах пропуска. У завершения пресс-конференции начальник Гомельской мытни Феликс Яшков уручил журналистам дипломы за информационное содействие. Сирот узнагородженных так само творческий коллектив телерадиокомпании «Гомель». Руслан Приляскоўский, Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». По инициативе жыхароў вёскі Радзеева Буда-Кашалёўскага района на доме, где проживал полный кавалер ордена славы Александр Андреенко, установлена мемориальная дошка. Это один ураженец района, який подчас великой айчынной атрымал такое звание. Тема памяти и патриотичного выхования у материале Олега Сенцюрова. Вёска Радзеева Буда-Кашалёўскага района падчас вялікай айчыны страціла 115 жыхароў. Нехта загінуў у партызанскіх атрадах, нехта на фронтах. У 1968 годзе усім ім паставілі помнік, скульптуру жанчыны з лаўровым вянком і плітамі з прозвішчамі землякоў. Александру Андреенко пашанцавала, ён выжыў. Падчас акупацыі хлопец быў партызанскім сувязным. Праз некалькі дзён пасля вызвалення вёскі яго прызвалі ў чырвоную армію. На той час Александру не было і 20 гадоў. Праз паўгода Андреенко атрымаў сваю першую ўзнагароду ордэн славы третьей ступени. Как будет написано у наградном листе, под мощным огнем противника зарабил проходы у минном поле, чем содействовал поспеховому наступлению пехоты. Три ордена славы родовый Андреенко отримал усяго за 9 месяцев знаходжения на фронте, причем полным кавалером, и он стал уже у 22 года. По словам его боевых сябров, это был вельми отважный солдат.
На Віленському плацдармі рядовий Андрієнко вивів зі строю ворожу гармату, знищив 5 і захопив у полон 12 гітлерівців. У Германії увірвався у ворожий дот, який перешкоджав наступленню 40-ї роти. Дійнічав гранатами, автоматом, ножом, але задачу виконав. Війну закінчив на Ельбі. Під час урочистого відкриття меморіальної дошки на домі героя його дочка Валентина Сівянкова узгадує успоміни одновязковця, за яким батько воював на фронті. 3 ордени слави і медаль за відвагу – це свідчення тільки частки бойового шляху Олександра Андрієнка. Получил однополчанин их письмо, в котором жена писала о том, что дети голодают, есть нечего, что находятся в очень тяжелом положении. И тогда, говорит, прочитали это письмо у их у роти. И они подняли, он поднял солдат, и они, говорит, выполнили боевую задачу, взяли там какую-то высоту. Вот именно из-за этого письма. Но он такой был всегда впереди, всегда, нигде. Вот по словам этого соседа, тот говорил всегда, что он находится на переднем крае постоянно. Как в военное время находился, так и в мирное время. Война назавсёды засталася у его житті. Родные узгадывают, что он не мог без слез глядеть в фильме о Великой Отчине. Правда, на людях николи не показывал, что робилось у его души. У 20-годовом узросте, коли шмат кто с сучасной молоди, еще навод не лечить себе дорослым, побывать у таких боях, это николи не забудется. Александр Андрієнко часто выступал перед школьниками, причем это были далеко неформальные встречи. И он помер у 1989-м, а где люди и зараз скажут об им только добрые слова. Менавито по инициативе вязковцев, частку заробленных на районном суботнику сродков накировали на створение мемориальной дошки. До речи, сярод уродженцев Будокошалевского района 6 героев Советского Союза и только один конный кавалер Ордена Славы. Остался на всю жизнь у меня память. Я еще был пацаном, мы учились в школе. Он к нам приходил в школу. Он нам рассказывал о войне, он нам рассказывал, как он воевал, он рассказывал однополчанок. Мы гордились этим человеком. Он, ну, человек большой буквы. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Будокошалевский район. Першокурсники ліцея при Гомельському інженерному інституті МНС офіційно вступили у ради юних вирятувальників. В урочистій обстановці вони принесли клятву. Свідками гетому стали їх старіші товариші, педагоги, батьки і керівництво Міністерства по незвичайних ситуаціях. На перший курс ліцея у гетом годі поступили 48 хлопчиков. Вони пройшли жорсткий отбор. Каля полови з їх – сироти, а так само діти з проблемних і неповних сім'яв. Традиційно принесення клятви проходило перед початком осінніх канікулов. Амаль за 2 місяці хлопчики поспіли освоїтися, призвичаються до амаль армейського режиму, а так само зрозуміти, чи правильний вибір вони зробили. Калі міркувати по ентузіазму першокурсників, то тих, хто б пошкодував об поступленні, нема. Хлопчики поклялися быть добросумленными, высоко нести гонор и годность лицеиста, а так само любить родиму. Не все из них у будущем станут вратовальниками, але отриманные у лицея веды и почуть обовязку застанутся с ними назавжди. Практически 95% окончишься, когда больше, когда меньше, поступает в высшее учебное заведение, становятся настоящими патриотами, граждан нашей страны. И мы гордимся, что они, пройдя курс в лицее, сегодня несут это гордое звание лицеиста, обучаясь не только в наших учебных заведениях, но и в других учебных заведениях силовых структур, а также в гражданских вузах. Самое главное, они понимают не на словах, а на деле, что такое быть патриотом, что такое любить свою родину. И на этом выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам удалого дня. До новых встреч в эфире.